свежий номер общественно-политической газеты уже увидел свет. Обложка районного вестника напоминает о главном для всей страны событии. Какие темы поднимают корреспонденты, времени мало, узнаем далее. Вышел в свет свежий номер районной газеты. В нем, как обычно, собраны актуальные материалы о жизни Ямальского района. 13 марта на очередном заседании районной думы с отчетом о положении дел на территории в 2017 году и перспективах ее развития выступил глава Ямальского района Андрей Кугаевский. Отчет полностью размещен на страницах очередного выпуска «Времени и мало». В округе реализуются социальные проекты общественного значения. О том, как в Ярселе прошли презентации проектов «Письмо северян» и «Ямал. Вторая волна освоения», читайте на пятой полосе. Об итогах районного конкурса «Учитель года 2018» на шестой странице рассказывает учитель Новопортовской школы Лилия Ведерник. «Мир глазами детей» под такой рубрикой еженедельно печатаются письма юных ямальцев. В этот раз своими творческими размышлениями делятся Арина Сатруева из Салимала и сиехинец Данила Акатета. Предстоящее воскресенье – выборы президента Российской Федерации. Председатель территориальной избирательной комиссии Светлана Гулакова с первой страницы районки призывает ямальцев принять активное участие в судьбоносном событии. С программой воскресного дня знакомят и специальные вкладыши в газете.